За убийство таксиста. Колония строгого режима. Областной суд вынес приговор Виктору Малинину и Анатолию Морозову. В начале 2016-го друзья вызвали такси и в состоянии алкогольного опьянения поехали к знакомому в Кольчугинский район. По дороге произошел конфликт с таксистом. Малинин на заднем сиденье начал его душить шнурком от ботинка. А Морозов, находясь на переднем пассажирском сиденье, нанес водителю не менее 14 ударов ножом в голову, шею и грудь. Поймать убийц по горячим следам не получилось. Задержали их через неделю в Москве, после того, как Малинин в одном из магазинов пытался похитить две бутылки водки. Свою вину преступники признали. Малинин получил 14,5 лет, а Морозов – 16. Собранные следкомом доказательства вины суд признал достаточными для вынесения обвинительных приговоров. У убитого таксиста остался несовершеннолетний ребенок. С каждого из осужденных в пользу семьи покойного взыщут по 750 тысяч рублей.